Добрый день. Сегодня на поселок Шахты 7. На улицу Гастелло привезли от фонда «Быть добру» Андрея Лысенко гуманитарочку. Памперсы для лежачих. Город Москва. Огромное вам спасибо. Сухаревские ведьмы. Огромное вам спасибо. Привезли также детские памперсы, пеленочки, моющие, шампуньки, порошочек. Привезли свечи хозяйственные от ярославского филиала МФЮД. Огромное вам спасибо. Зубную пасту. Также привезли от компании Дилоджик такие шампуньки. Огромное вам спасибо. Телега добра. Быть добру. Такие фонарики. Также в наличии калоши. Вот такие одеялки. Братское сердце, спасибо огромное вам. Краснодар, огромное спасибо. Постельное белье. Пледики такие бэушные, в хорошем состоянии. Подушечки. От Татьяны, спасибо огромное. От Веры. Огромное спасибо. Юлечка, огромное вам спасибо за такие одеялки. Также привезли муку. Вот привезли смалец. Также наличие БУ вещи. В хорошем состоянии. Мужские, женские и детские. Привезли курточки новые, детские. Тюмень. Огромное вам спасибо. Тоже куртки девочки новые. Быть добру. Челябинск. С любовью. Низкий вам поклон. Обувь. Мужская, женская, детская. Игрушечки. Вот такое нам привезли. Вещи был в хорошем состоянии. Железнодорожный. Москва. Огромное вам тоже спасибо. Огромнейшее спасибо и всем подписчикам, и всем, кто заботится о нас, кто помогает нам в эту трудную минуту. Старикам, малышам, всем. Нам очень тяжело. И благодаря вашей помощи мы стараемся выжить и дождаться нашей победы. Большое спасибо всем.